Здравствуйте, друзья! Сегодня 21 июля 2022 год. Покажу вам мои будлеи. Вот самая первая зацвела, голубая, Nano Blue. И уже даже некоторые соцветия отцветают у нее по 17-20 сантиметра. О, какая красотища! Вот смотрите, это соцветие отцвело. Моя ладонь длиной 17 сантиметров. Это соцветие цвело. Вот здесь его, если обрежете, то вот эти два новеньких зацветают. Обрежете ниже. Посмотрите, здесь новые идут. Вот они, маленькие побеги. Из них вырастут новые соцветия, опять зацветет. И так она будет до заморозков цвести. Вот какая красотуля. При случае здесь ряд с гортензиями чередуется. Лилия какая у меня уже отцветает. Такой колокольчик. Вот зацветают гортензии и будлея. Вот следующая будлея, вот на высоте метр я ее обрезала. Смотрите, какие она побеги светлые, зеленые дала. Мощнецкие какие. Посмотрите. 2,5 метра. Побег в небо уходит. Но еще не открылись цветочки. Вот такого цвета вот. А здесь другая. Будлея, сейчас я ее поймаю. Вот какой цвет у нее красивый. Это одно соцветие. Вот смотрите, какой ствол здесь. Я оставляла ствол. Вот здесь срезан на высоте 1,10 м, 1,20 м. Вот она дает здесь ветки такие высоту. Вот. И шире становится. Тоже еще набирает цветы. Набирает силу. Вот четвертая будлея. Это розового цвета она. Была такая дохленькая палочка. Я ее здесь воткнула. Она, конечно, здесь ни к селу, ни к городу, как оказалось. Вот я ее даже снимала обрезку с ней. Не знаю, как этот сорт называется. Мне ее подарили. Вот такие розовые цветочки у нее. Но она каждый год как-то вот позднее собирается цвести. Вот эти у нее какие соцветия. Маленькие еще. Но мощнецкие она тоже дала побеги. Посмотрите снизу. Высота 2 метра. Но будет цвести позже, чем все остальные. Проходила мимо черенков. Это черенки будлеи, которые я в прошлом году обрезала, воткнула в землю, тут в горшочке. Тут у меня петрушка сама насеялась. У меня здесь все вместе растет. Там горшочек. В нем растут черенки. Посмотрите, она зацвела. Черенок принялся и зацвел. Высота вот этой будлейки 1 метр, самой высокой. Ну, при случае уже раз пошла такая пляска, здесь выломала все цветы, а вот один остался. Это черенки роз, в прошлом году я их обрезала. Вот принялись 2 горшка. Ну и последняя, 5-я будлея, пересажена сюда, кажется, в прошлом году. Была сильно низко обрезана. Вот здесь у самой земли. Потому что надо было ее пересадить. Это был огромный куст. Сейчас он 2 метра. Набирает цветы. Собирается цвести. А даже уже цветет. О,
ласточки поют. Вот какое небо у нас сегодня. Хорошо принялся этот кустик. Вот здесь, в этом месте, после 12 часов солнца. Солнце тоже имеет значение. Тогда позже зацветают растения, будлеи в том числе. Тут моя клумбочка с южной стороны дома. На переднем плане акварель. А на заднем плане белый куст, 2,5 метра, это Шопен. Всем спасибо. До свидания.